Почему же потом это пишут? А потом бывает пишут. Я говорю, да, не пишут. Я знаю, но может, какие-то не знаю. Электрошоком, наверное, такой. Электрошок надо, наверное. Да нет, надо укол сделать, надо нормально. А какой? Ну, она же врач. Надо его на носилки в больницу. Бедный. С 9 часов он стоит. Ему уже плохо, плохо ему. Давление у него нормальное? Давление нормальное. А укол почему не сделал? Какой? А? Какой? Давление нормальное. Нормально? Да это стопор, говорю же. Стоит-то он давно уже. С 9. Ну, я пришла, я же круги здесь делаю каждый день, он стоял. Я его спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, видите? Он молчит. Надо вот водичкой на голову. Сейчас его это. Нет, лучше сюда, наверное. Может, прямо вот отсюда. Помоги. Ничего себе, он как деревянный. Окей,